Сейчас позавтракала. Завтрак свой забыла показать. Ну, у меня там, как обычно, овсяной блин. Надоела мне яичница. Вот. И орешки, наконец-то, опять замочила. А то я забываю иногда замачивать. И когда замоченные, вот попробуйте, замочите на ночь орешки, потом промойте их утром и ну, поешьте. Они... Вкус совершенно другой, такой насыщенный. Я, по-моему, говорила, я не помню. Вкус насыщенный, и еще это полезно для того, что когда орехи замачиваются, то в них какая-то есть фитиновая кислота, которая мешает усваиваться орехом, и до организма не доходят все эти там витамины, вещества питательные, которые в них находятся. А когда они замачиваются, вымачиваются, то фитиновая кислота, в общем, уходит. И вкус совершенно другой. Я так делала еще, когда беременная была, потом... Когда беременная была, у меня вообще был фанатизм какой-то на ПП. Я была помешана на этих тренировках на ПП. И потом, когда родила, у меня тоже был вообще бзик такой конкретный. И вот я эти орешки постоянно замачивала. И на утро я их на сковородке обсушивала. Не знаю зачем, хотя сразу съедала же вроде бы. Ну, вообще, как бы делают, да, если хотите надолго, там много их, потому что их так хранить нельзя в сыром виде, они испортятся, их нужно съедать там буквально за 2 дня, за день. А чтобы подольше, то их нужно потом в духовке подсушить или на сковороде, и потом в стеклянную банку и в холодильник. Но я так не делаю. Я вот на ночь себе горсточку замочу. Ну, обычно 4 орешка, тут побольше сделала, чтобы Ева еще поела. А вот на ночь замочу, и вот так на день, за день они все съедятся, это чуть-чуть горсточка. И все. Попробуйте, очень вкусно. Так, приехала распаковочка с Амазона. Надеюсь, это то, что я заказывала для себя. Для Евы, вернее, а не то, что там для папы у нас. 13 посылок Миша у меня заказал. Для машины всякой химии, в общем, для кожи, для крыши, в общем, там с ума сошел. Это для Евы. В садике она делает различные фигурки. Это называется термомозаика. Термомозаика. В садике сказали, что она любит собирать. А где они? Вот это, да, вот это мама заказала. В общем, я заказала, вот я дурында. В общем, я заказала только одни шаблоны. Надо теперь заказывать вот эти штучки. А почему-то так странно. Одни пинцеты и шаблоны. В общем, только шаблоны получились. Ну ладно, я закажу тогда эти штучки. Потом будет собирать она. Вот я ворона. Ну ладно. Вот в садике она собирает такие штуки. Это вот такие мозаики. Их ставят на вот эти шаблоны. И утюгом приглаживают. И получается вот, вот такое типа изделие. И в садике сказали, что она очень любит это делать. И я думаю, надо заказать домой. Ну блин. Что-то я не посмотрела, что там этих штучек-то нет. Оказывается... Ну ладно, закажу большой мешок таких отдельно. Так в магазине за 1 евро продается целая банка таких вот штучек. Я еще думаю, для чего они. Вот, ну понятно, но этот магазин закрыт. Ладно, закажу тогда. Что? Пригласила? Нет, я не пригласила. Просто она там росла у мамы в животике Карина сначала. А ты тоже у меня росла в животике. Дала я свои фотографии смотреть старые. И где Карина маленькая, где мои там школьные. Чтобы она мне дала немножечко отдохнуть от нее, свои дела поделать. Монтирую влог сейчас. Вернее, уже два влога нужно смонтировать, но Ева себя ведет отвратительно. Она мне ничего не дает. Какие такие милые собачки. Угу. Посадили цветочки. Я не знаю, посадили, наверное, ли они сами. Это подснежники. Но от мороза. Замерзли, так жалко. Какие да, посмотри, какие цветочки. Тут целая аллея такая. Уже листики вон вовсю у нас. Прям зелено. Прям зелено становится. Через неделю будет, наверное, уже тепло. Ой, тепло, зелено будет.
Всем привет, у нас сегодня плюс 19, и мы пошли гулять. Вчера тоже было тепло, плюс 17, что ли. На выходные нас погода решила порадовать и немножечко тепла нам дала. Но на следующей неделе будет опять уже плюс 6, такое. Завтра как будто бы опять снег, надеюсь, его не будет. Мы с Ивой ходили гулять опять на дальняк. Я уже снимать не стала, я там уроки учила, все учу, учу. Вот. И прогулялись с ней. Чутка прогулялись, что-то там муж сейчас подъедет. Что-то попросил подождать его, хочет мне там показать. Мою машину там начищал этими средствами. На уйму денег накупил средств и что-то там с ней делал. А уже листики, да? Уже листики, и скоро будет вообще, наверное, все зеленое-зеленое. Это так быстро такая весна. За неделю уже все расцвело, лето. У нас уже вовсю одуванчики. Собирай, да. Вот так вот можно? Ну, только не раскидывай, хорошо? Да, можно. Сходила в магазин, сбегала в Мюллер, купила эти штучки. Они все падают. Мозаику. 3000 штук, 5 евро. Нормально. Пусть ребенок теперь собирает, занимается. Ей нравится так, она в садике все время собирает, их из садика приносит. Но она пока так не умеет узорами. По картинке можно собирать целое. Она так. Да, сыскаться. Да, сыскаться, правильно. Умничка. Да, сыскаться. Мяу. 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 А ты умеешь сжечь кошку? Да. Мяу. Ой, какая кошечка мяу. Красивая. Ну, собирай, собирай. Мяу. Вот, Ева собрала уже котика. Очень быстро. Сейчас будем, в общем, его склеивать. Утюг нагрели. Сверху бумагу. Я не знаю, я ни разу не делала, будем пробовать. Главное, чтобы утюг у нас не плавит. А, ну вот они плавятся. 10 секунд надо. Такими движениями круговыми. И вот, нужно подождать, чтобы остыло. Она у меня остыла, я ее сняла. Вот с этой стороны так получилось. Забыла снять, как сняла. Вот, а теперь с этой стороны. То же самое делаем, проглаживаем. Так, ну все, проглавила. Теперь он должен остыть. Котенок. Ну и все, вот такая игрушечка. Игрушечка, подделка. Потом сюда еще. Правда, я не знаю, каким образом. Еще в наборе были такие шнурки. Прикреплять шнурок. Наверное, в дырочку просовывать шнурок и подвешивать куда-то там, я не знаю. Начался сезон травы свежей. Трава, конечно, здесь всегда, но сейчас такая настоящая, можно сказать. И в русском магазине купила петрушку, укроп. Очень много. И теперь делаю смузи. Вот здесь у меня только петрушка. Укропчика уже не так много. Здесь у меня петрушка, пучок, потом вода и протеин 2 с кубика. Я уже одну вот такую вот кружечку выпила. В общем, делаю такие смузи. Я прошлое лето все время делала. Из фруктов, в общем, из протеина. После тренировочки. Вкусненько, полезненько, особенно с травкой. Петрушка вообще полезна для кожи. Вот такие смузи. В общем, начинаю опять свой сезон смузи. А это рот, мама. Да, Ева пришла с садика и уже начала опять играть. Собирать. А бабочку что, все, нет? Это ты построишь вместе. Вместе построим по цветам? Угу.
по цветам сама не хочет, потому что все время он не сдвигается там, а я держу и туда по цветам быстрее лучше. Вот так она сама собирает. Да. Нравится очень, да? Потом ты поглазишь утюгом. Утюгом, да, поглажу я, правильно. Теперь это зеленый утюг. Угу. Да. Да. На ночь глядя гулять. Ух. Мама, а да. Тут еще кушать? Да, ну иди кушай там. Там не кушать. Приехали, не знаю, куда приехали, в общем. Позвал нас Андрей в баскетбол поиграть, погулять. Время 7 часов. Через час Еве спать, а мы тут гуляем. На улице-то холодно. Плюс 7. Дубак такой. Я мерзла, я вообще спать хотела. Я лежала в кровати и спала. У меня сегодня были уроки, потом спорт. 5 уроки делала. И вообще ничего не хотела. Никуда идти гулять. Но муж говорит, поехали с нами. То, что им надо за Евой смотреть. Она будет им мешать. Я говорю, ну ладно, без меня-то никак. Я такая вся заспанная. Прям спать хочу, не могу. Муж мою машину прям привел в порядок, Прям мы ее отдали на полировку. Полировка стоила 48 евро, кстати. Потому что крышу-то не надо полировать. Давайте мы вообще как новенькая. Я ставлю кусочек. Просто сними на видео, покажи, что там с ней стало. Ну, такая красотка. И внутри там весь салон, в общем, начистил. Кожа такая матовая, красивая. У нас даже эту машину мужчина один хотел купить. И говорит, скажите вашу цену. Говорит, я, говорит, у вас ее куплю. Он говорит, не-не-не, мы сами недавно купили. Здесь это такая тема, кабриолеты, конечно. Особенно у пенсионеров. Они любят на кабриолетиках ездить. Тут страшно, опасно. Тут мама сама чуть не упала. Тут такое для взрослых. Вот, ложись, отдыхай. Тут такая интересная площадка, другая чуть-чуть. Ну а что там? Там тоже большие детки только могут залезть. Мама тогда даже не может залезть. Что? Вырастешь и будешь залезать. Ну-ка. Пожалуйста. Что? Ты хочешь, я тебя потащу? Ну давай я посажу. Подними. Пожалуйста. Да, да, снимай. Да. Давай. Папа попадает? Папа. 1-0. Ну давай. Попадай уже. Ого! Ну вот видишь, молодец! Довольный такой! Я пошла чуть прогуляться по парку, согреться, потому что такой дубак, что невозможно, даже перчатки одела. В этом парке вообще ни разу не была. Здесь бегают, катаются, спортом занимаются. Здесь вот такой мост. Мост и там речка какая-то. Уже вот листики прям вообще распустились. А, ну речку, короче, до речки, наверное, я не дойду. Далеко слишком вообще. Надо как-то сюда сходить, погулять будет. А речка вот там внизу. Уже солнышко садится, закат. Красота. Закат. Хочу с вами попрощаться на фоне заката.